Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир, и сегодня, как я обещал, будет обзор на игру Marvel Битва Чемпионов. Надо только подождать, пока загрузится. Ждем. А перед началом видео я хочу посоветовать вам канал моей сестры. Он по Роблоксу, и для меня он, конечно, ни о чем, но просто подпишитесь, потому что она на меня так попросила. Конечно, для меня тут только обновление новое, для вас же будет новое тут абсолютно все. Звук. Так, чат. Конечно, нужно почитать обновление. Вот. Приветствую, призыватель. Странные и загадочные дела творятся в мире битвы. С 7 ноября симбиоты, маг и утка устроят погром по всему миру битвы. Только в ноябре. Одно из главных обновлений. Мой маленький симбиот. Проверь почту в игре, вас ждет. Ладно, просто перейдем сюда. И почитаем. А. Для начала покажу этого нового перса. Конечно, для вас они будут все новые, но для меня только один. Вот этот. Призван. Чё на английском? Ну. Чё за. Вообще лагать будет. Вот такой мой новый перс. Давайте о нем почитаем. Так. Так, где это? Вот. Приветствую, призыватель. Это сообщение было отправлено тебе втайне, ведь настали темные времена для моего мира битвы, и мне нужна твоя помощь. В мир битвы проникла группа существ. Кажется, это симбиоиды. Но в отличие от своих диких собратьев, эти повинуются призывателям. И они оказались способными развивать уникальный превосходный класс. Я назначаю тебя временно ответственным за одного из них. За одного из этих симбиоидов. Он поможет тебе справиться с новым уровнем сложности, который мой брат добавил в этом месяце. Чтоб ты не растерялся, а существо получило должный уход, вот тебе несколько правил. Не корми симбиоида. Я обнаружил, что ИЗ-8, это вещество для улучшения персонажей, или катализаторы не оказывают на симбиоида никакого действия. Однако есть другие способы усилить его способности. Симбиотические улучшения позволяют временно получить преимущество для симбиоида, чтобы справиться с испытанием этого месяца. Кроме того, в задании события ты найдешь катализаторы Клинтер, которые позволят повысить ранг симбиоида и справиться с более сложными заданиями. Выбирай за своим симбиоидом. Хотя я хочу, чтобы ты сражался и побеждал с новым симбиоидом, я еще хочу, чтобы ты за ним почищал. Даже мелкий след может повлиять на мир битвы. Так что в этом месяце ты сможешь собирать фрагменты Клинтер. Чтобы вознаградить тебя за усилия, я даю тебе возможность обменивать их на симбиотические улучшения для тебя и твоего симбиоида. Не привязывайся к симбиоиду. Ни физически, ни эмоционально. Жаль. Это очень важное правило. Из-за своей необычной физиологии симбиоиды не могут вечно пребывать в мире битвы. Это значит, что симбиоид станет частью твоей команды не навсегда. Когда это событие закончится, ты можешь продать мне ручного симбиоида. Ты также получишь особый титул и мою благодарность. Будь осторожен, симбиоид может сбежать, если оставить его одного надолго. Надеюсь, его ловить еще не придется. Может, не ниже, но это я уже добавил симбиоида в себе в команду. Вот он. Теперь прочитаем о нем биографию. Кто он такой? Симбиоиды уже давно наводнили мир битвы. Наполовину таинственные симбиоты, это Веном, например. Кстати, сегодня в кино Веном вышел, я на него тоже пойду. А наполовину адаптоиды, это уже персонажи из самой игры. И они обычно служат тем, кто достаточно зол, чтобы взять их под свою опеку.
Но этот выглядит иначе. Хотя обычно они довольно злые и жестокие, этому ты нравишься. Но не стоит заблуждаться, он все еще столь же опасен. Может, ему просто нужен друг? Этот симбиоид работает не так, как другие чемпионы. Повышать ранг симбиоида можно только с помощью катализаторов Клинта. У них нет дополнительных уровней. Повышение ранга значительно увеличит здоровье симбиоида. У симбиоида есть несколько основных способностей, и чтобы улучшить его силу, тебе потребуется щупальца Клинтер, которое можно использовать для покупки симбиотических улучшений. Чтобы дать новые мощные способности своему ручному симбиоиду, эти способности будут работать только в следующих заданиях. Оккультные лаборатории, кровь с ядом симбионат, щупальца Клинтер можно получить в указанных заданиях в качестве наград. Понятно. Эта способность плохо играет с другими. Если рядом другой симбиот, существо становится ревнивым. Лучше тебе держать его изолированным. Пока. В смысле, может, если я буду сражаться против других симбиоидов, он будет... У него урон против симбиоидов повышается, наверное, если он... Давайте опробуем. Например, вот. Конфликт. Тут можно его опробовать. Я, конечно, его уже опробовал, но... Учитывая, что у него 5 рангов, которые можно повышать очень сильно... Даю на то, что с каждым рангом повышается еще и звезда. Ну что, издевайтесь? Вообще нельзя использовать. Ну, просто замечательно, конечно. Вот. Где его предлагаете использовать? Давайте найдем какого-нибудь неудачника. И против него поставим... Против этого. Просто у меня слабый симбиот. Что? О, тут можно. Не понимаю, с чем это связано. Ошибка, наверное, какая-нибудь. Прокачать, тогда уже будет все окей. Думаю, про симбиоида закончили. Давайте переходить уже к прохождению самой миссии. Поехали. В этой игре очень много багов, вот вообще. Давайте эпический мастер. Эпический для меня слишком пока сложный. Так, давайте поищем. Нет, не поищем. Какие враги? Враги всех классов, серьезно. Только один способность, значит, мутанты мне нафиг не нужны. Мне нужен только технология, космос и научные. Yeah.
Поехали! Конечно, вам сначала лучше либо посмотреть прохождение игры, либо скачать и самим сыграть, потому что вы ничего не поймете. Этот Доктора Стрэнджа не было видно со времен событий Войны Бесконечности. С тех пор он остался без своей магии. А гильотина пропала еще задолго до этого. Все захватило в мире битвы странным образом, и только слышен шепот ползущих слухов о чем-то зарождающемся во тьме отдаленных регионов. Кто-то оставил загадочную записку неподалеку, написанную в явной спешке. Так, ну-ка, по какой дорожке пойдем? Вот тут вроде враги-то слабее. Надо подумать, вот мне вот АМВшки интересно как. Ох, так. Сильного босса, но не могу победить какого-то врага средней категории. Это как вообще понимать? Я знаю, сейчас в последнее время в этой игре полно багов. Хочешь провести обычную атаку, нет, проводит сильную, и это, в этот момент тебя могут прибить. Отлично работает. Так. In what the tower says my guillotine. Времени мало, слушай меня внимательно. Я нашла Стивена. Это Капитан Америка, Стивен. Он тяжело ранен и без сознания. Я не могу поддерживать в нем жизнь слишком долго. Пожалуйста, поторопись. Его силы тают. Биенот. Гильотина. Вот тут Анжелу. Кстати, забыл прочитать. Как это миссия называется? Стоит. Скаутбастер. Вот это сила. Давайте хелку возьмем. Хел одна из мощных, один из самых мощных персов, только прямо во время боя нужно качать. Набирая специальные очки.
что обычно так носилось. Или бац, что не надо. Это одно из причин, которые я снимаю, что ходим более сильные миссии. Ну что, бывает раньше, чем все из-за багов. После версии было все как-то лучше. Я даже боссов сильно побеждал, а тут бац, все наперекосяк. Вот все испортили разработчики. Работает как-то, не знаю как это. Так, сообщение. А, призыватель, я рада, что ты получил мое сообщение. Валентина у нас. Стрэндж не отвечает, а за нами охотится злобная душа. Я думал, тебе кровь нравится, красная шапочка. Почему бы твоей немного не пролить? Ассес Джевайс Эмфинер Эвек Фоллс. Могли бы хоть какой-нибудь перевод. Фига. Могли бы какой-нибудь перевод дать. Я на испанском не понимаю. Или это не испанский. Поехали дальше. Какие глюки ждут теперь на этот раз меня? Тут баги опаснее, чем сами враги. Это не слишком, мне кажется, честно. Его. Он полагает, что он не чист, а я... Меч убьет меня, если я попробую его коснуться снова. Пожалуйста, сокруши этого Пестифера. Это враг, наверное.
Время окрасить мир битвы твоей Мы идем, проклятые, наша магия. А, грозная чем та, что связывает тебя с мечом. Это типа с мечом, как ты говорил? Ну, давайте кого-нибудь возьмем. Лектор-то. Не знаю, как можно с глюками вообще сражаться? Какой-нибудь способ, чтобы исправить это все. Звездных осколков. Нормально. А, кровавая чума называется. Пройдем второй уровень и закончим. Я эту главу исследую и займемся следующей. Mercy in the Citadel. Этот проклятый симбиоид постоянно охотится за нами. Ты прибыл как раз вовремя. Я полагаю, мне нужно доктор Стрэнджа. Так. Вена уже посильнее. Но основной, как мы знаем, мой враг не способность этого Венома, а глюки. Анжелу. Поставим Анжелу. Забавно звучит. Эта игра просто ужасна. Нужно покупать Apple и чтобы нормально покупать его. И мы с ним открыли на 30%, да? Yellow.
смысле потерял много здоровья. Типично. Ну, пошли дальше. Сквозь глюки и ошибки. Мы идем вперед. Еще кашляно вообще. Понимаешь, Танос, я создала моего безымянного клона с помощью камней творения и эволюции. Моя кровь сильна, и ему нужна была ее сила, чтобы завершить процесс. А затем он сделал то же самое с другими чемпионами. Он еле цеплялся за жизнь. Не представляю, как я при помощи заглюков буду сражаться с финальным боссом. Еще и кашель, нафига он у меня. Глюки, кашель, все самое неприятное и все сразу. Вот этот тип тоже может задасть. Ненавижу кашель. Есть несколько вещей, которые я ненавижу. Это глюки в играх, кашель, еще другое, о чем можно не говорить пока. Иногда я просто жму на кнопку, у меня ничего не работает. Помню, даже был глюк в игре. Я нажимаю на кнопку бой, но она не работает. Нужно жать наверх, тогда она сработает. То есть тупо все кнопки перепутаны были.
помню, как отлично игра работала. Мне даже парировать врагов, то есть оглушать их не нужно было. Просто прыгай и бей, прыгай и бей. А что сейчас у нас? Что мы имеем сейчас? Против гоблина или вишенок? Ну, разумеется, вишенка. Не такой сильный, как гоблин. Вот, давайте зависнем мне тут. И хотя мой отец научил меня разным способам продления жизни умирающих, раны Стивена слишком тяжелые, у меня заканчиваются лекарства. Я позвала тебя на помощь прямо перед тем, как появился этот Эксекрейбл. Вспомни о дьяволе. Меч чувствует, что кто-то рядом. Демоническая штука. Просто берем самых полудохлых персов, чтобы хотя бы не тратить сильно. Как говорится, пушечное мясо вперед, а крутые они за ними. Закончим этот левел. Нечистый нам это не нужно. Нет. Вот он. Мы не собираемся за тобой охотиться. Проклятый. Мы хотим. У меня нет времени слушать твою грязную ложь, Веном. Призыватель, я не могу прикоснуться к своему... к нему духи моих предков могут тебе помочь. Я призову их к тебе на помощь, но ты должен все завершить. Давай. Пора кончаться. Титан против Титана. Ну, я Титанами называю больших вот этих. Кто? Есть маленькие обычные персы. А этих я Титанами называю, не знаю.
смысле? Блок не сработал. Еще один глюк. Не работает блок, когда я нажимаю. Хотя, постоянно тупит. Пора вот. Нет. Доктор Сминог. Еще я буду тратить своих тут сильных, которых еще жизни полно. Хотя может и... Хотя может... Временное бессмертие. Хела может сдавать временное бессмертие, если она в команде. Не-не-не. Пойдет сначала Анжела. Тушит те, кто боль... Сначала слабые вперед, а сильные уже заканчивают это дело. Или это просто я не успел нажать. Ну, неважно, тут он уже почти сдох. Оглушить его один раз. И если бы он меня ударил, все же успел. Если бы меня успел ударить, если бы... Разработчики, чините игру быстрее. Это мне повезло. Давайте откроем кристальчики, посмотрим, какая херня из них выпадет, и... Мне надо исследовать. Ну, достаточно нормальное количество катализаторов четвертой категории. Что, выпадет? О! Хоть и слабак, но все же новый персонаж. Давайте-ка его опробуем тоже. Стервятник. Третью атаку. Хотя стоп, я же все его атаки видел, уже когда с ним сражался. Полным-полным. Вот. В смысле? Куда мне отправим? Зачем мне отправить? Ты не висни мне тут. Ой,
можно улучшить тут. Тогда... Так, улучшаем тут персик. Улучшим тебя. Медвединку. Пошли тестировать корвет. Я всегда провожу первый бой. Один бой с новым персом, чтобы попробовать его. Нормально, что сказать тут. Думаю, на этом можно заканчивать. Ждите следующее прохождение глючной игры. И какие следующие прохождения я покажу вам второй. Неизвестно, что там еще будет. Задание события кровь. Ядом симбионат. Чтобы спасти старого друга Гильотины, Гильотина вынуждена объединиться с тем, с кем не ждала союза. Поможешь ли ты в противостоянии над... Да. Что ж, всем пока. Удачи, ждите следующее прохождение игры с глюками. И сказать мне больше-то нечего.